О, На минуточку, и можно сняться. пойду Ханс, сколько у подождите. тебя? Спасибо большое, параллель, но ты, мы еще не прощаемся. Ты падаешь в нижнюю сетку. Точно, еще нижняя сетка. Да. Нижняя, Да. нижняя. Да, днище. Так, я Молодцы, да. сейчас Не рейд смотрите на дне. делаю. Скаржик, а тебя не видно? Ты... По-моему. А, все, начать рейд. Переходите к Скаржику. Сколько у тебя, Хант, времени? Ну, я в 18:25 должен уехать уже на поезд. Мне до него еще 10 минут добираться. Блин, очень мало, да? Ну, прям голосуйте тогда быстренько. Давай. Час. Сами создадите или помочь? Да. Давайте. А есть ли смысл в этой спешке вообще? Типа, ну, все равно в ханты тебе игры останутся. До Да. 30-го будем ждать. Хотя бы нижняя сетка будет. Но. Так, для мисс Джей Кей, для Ханта. Зрителей не надо, я сам иду. На куце был руль, Хантик, правильно? будет Скаржик, на, не Я уже выделывайся. пошел. Так. Сейчас. Так, Фу! черт. Страшно. Опять мне. Ты банишь? Да, мистер Хан банит. Скаржик, я тебя добавляю. И даю тебе лидерку. Мурчик, ты тут будешь? Да. Стрим выключаю. Так, что-то банил, нет? Короче, баня. Гзел отъехал. Интересно. Киньте приглас, пожалуйста. Скаржик, у тебя Зрителем лидерка. будешь? Да. Давай, Микрони, наконец-то ты успел в автобус. Меня сразу можешь выставлять. Так. На продажу. Сейчас будет. Что делает Юля? Что делает Хан? Что Да. они делают? Corrupted. Я выбираю, да? Так будет. Хорошо. Еще раз хочется Забивалкину сказать спасибо за то, что он сделал. Так, бан мэп. Вот. Раптат инсомния. Ну, ребята быстро голосуют, на самом деле. Очень быстро. Очень быстро. И Бладран. Ну, ничего нового. Так, Один corrupted. контактный бой. Вот он так дышит. Ой, у меня собака, простите. Может гавкать. Пусть разок тявкает, чё. Ну тихо. Так, Блоскович, это у нас корабты, да? Блин, сказала только сегодня утром, никогда не возьму ДК больше, но здесь выбора нет. Особо. Лучше ДК, чем другие варианты. Ах ты какашка! Ах ты шка! Правильно. Что, жабу забанили? Правильно, правильно, Ханс, молодец, Играешь спасибо. кучу, Блин, надо было брать на первой карте Зорлга. Надо, вот наконец-то хоть Юлин друг героев поиграет. Спасибо тебе, Хан. Уже создает контент. Держите вам тоже ответочку от мисс Джеки с любовью. Вайзер.
Да, вроде как не страшно. И Юля, как бы... Сейчас. Ну как бы вообще... Вот так. Так, возвращаемся в кучу. Кучу возвращаемся. Вдруг пики написаны. Сервер у нас централ. Угу. Так, местами. Сейчас. Так, первый ДК. Боже мой, я без Орлога буду. И первый у нас Corrupted Keep. ДК против Биджея. Сервер централ выбран. Я мьючу нас. Удачи. Так, оппоненты Хан. Готовы? Готовы, да, мы. Поехали. Где я там? Где я там? Мне надо замьютиться. Ну, уничтожилась Юлия Сергеевна. Самоликвидация. Ладно, хоть не это. Не эвтаназия. Какой Молтен, блин? Чё? Первая Corrupted. Молтен, сделку не входи. Юлька, ты чё, блин, сразу не сказала? Вот ёперный театр, а? А вы чё, а вы куда смотрите, а? Ишь, торопыги. Чё, играйте Молтен? Хантик, они нормально... Карту выбрать не могут, Молтон поставили. Сорян, моя ошибка. Живи. Сейчас, блин. Перезапустимся. Человеки мы. Все, я. Ливаем. Надо проводнику звонить, сказать, ребят, ну подождите, ну Молтон выбрали. Ну с кем не будет. Ну что, меня сегодня загрузит или что это такое? Ты что, пешком идешь? Я прикинь, сразу... Так, Corrupted, да? Corrupted, да. Все, все готовы, поехали. Квейки тоже начинают работать при загрузке? Классно, что загрузка отменяется. Я помню, в третьем квейке работала. Видимо. Так, все. За кем смотрим? Давай за Юлей, потому что она все-таки говорила, что за ДК не будет играть еще 20 лет. Вот. Поэтому интересно будет посмотреть. Итан, здорово. За кого болеешь? За Ханта? О, фокус-покус, здорово. Понятно. О, Толик, я болею. Ну, мне кажется, что этот Хант победит. Болит. Надо быть немножко реалистом. Никого не хочу обидеть. Юля, молодец, сильно поднимаешься. Болеем за Юля, потому что она, скорее всего, проиграет. Да. Итак, забираем мечу, лайт, гвоздики и двигается к шахту. Так, слышит. Так, девочка заранее заплачила. Зачем драться? Непонятно, а драка. Там закончился, что ли, у нее? Кто? В чем проблема-то была? Да, да. Шапка? Чудо мне телепрагнул ее, на самом деле. Забрала. А, это хат, забрал. Забрал. И бежит опять, откатывает сколько там до 5 кп. Опаздывает на него, конечно. Так и... не понял, первый хат. Ну, что-то... Там... Все закончилось, ее... Слышит? Пытается в наглую душить Хант. Надо забрать птицу быстро. Думал по дороге зацепить птичку, видимо. Не удалось. И мига. Успел забрать, поэтому выжил. Особо не дерется, взял, дал на 50 рокет. Пошел сразу же, поправил стэк лайтом и идет пытаться заблокировать проход на хэви. Подавилочки сжигают дыга. И все по плану, по кругу. 7 секунд до этого. На миги. Не идет, не торопится, забирает мигу. Неправильно, надо было забирать. Да два раза мимо прошел, ну ладно, забрал. Так, пополняет боеприпас. Молодец, тренирует.
надо забрать. Плохой шаф. Не вышагнул на ракету. На сколько человек на поезд торопит уже? Да это вообще... Хом он так, это... За 8 минут уложится, судя по графику. Юля забрала метлу. И сгорит. Да, сразу по 15 сжигает, поэтому... Недолго мучился, как бы. Я хотел по-старому, думаю, 14 так и всё один день. Да, он бы добежать мог по-старому, тут вариантов вообще никаких не было. Так, девочка забрала. Что еще раз? Там где-то аптечка разве лежит, где плазма и лайки? Там один тип еще, даже по-старому. То есть здесь внизу, если на полу за углом аптечка есть, по-моему, нет. Нет, у него 15 ствола, а что умер бы все равно, да. Было бы шанс. 7-2. Да, Хан торопится. 4 секунды. Юля, походу, не идет на хей. У него драка за мигу. У него есть гвозди, нет шота. Мига. Забирает Юля, подхилился, забирает стэк, забирает машинган, боеприпасы что-то я решил не брать. Ты тебя за ними пошел такой, а, просто не момент, да? Да. Выжимает Дэвид. Выстрелы забрали. Будет все равно на крафте забирает в МКБ и уходит. Так, и мига сейчас увидит и сразу бьет Юля. Решила постоять со стороны. Но если уже идешь драться за это, то и на нем не. Ну так, чтобы максимально быстро первым оказаться. Или уходи совсем. А не так, что там в километре за углом. Так. Фанта, отличный стек, опять можно идти нападать. Молодец, не поджарился, на самом деле, не зашел в огонь. Ой, Юля, молодец, отлично сожгла его. Мигу на... А, мига у него уже. Могла сжечь огнем, сожгла электрически. Да? И хэви, хэви надо забирать Юля, торопиться прям быстро. Отлично сделал. Развалил просто с хэвика на дабл. Дабл. Так, он опять забирает мигу. Пытается подловить на ракету. Мы все помним, да, что там с лоу-граунда стрелять тяжелее. Вот он, Юля, можешь себе позволить и ходить, но сожгла ее так. Так, забираю шап. Слышишь, там... Опять размер. Хан первый забирает пушку. Сразу же бонусом все лежит. Да. Рейлган только не хватает. Слышишь, ну куда ж ты? Да, тут двадцатки походу пахнет. Прям конкретно. Ну, торопится, Хан. Пушит сильно, быстро. Юля... Юля, видимо, тяжело получается. Задыкан двигается. Камелепата зато прям за Юлю вообще топит жестко там. Юля, Юля, Юля. И игру чуть потише. Next. Оп. Все, подопустил. Я ел на работе. А, че, я не так сделал, Место я сама вижу. Можно потише сделать. Правильно. Да. Так. Ну да, Хан сжигает вообще. Но на самом деле правильно у него персонаж подобран по карте. На этой карте это прям раздолье для диджея. Особенно если бегаешь с ним, ничего.
Тебя ничего не смущает, ходишь вовремя, чтобы пользоваться пассивочкой. Во, возвернись, просто забери. Так. Я предлагаю, давай за Юлей посмотрим последний терминал. Давай. Там разошелся. О, Юлечка как раз. Раз. Юля почувствовал, что за ней смотрит, решил не ударять грязь лицом, походу. Решила хорошо сыграть. Да-да-да. Бей себя, чтобы другие боялись. О, только стоило за ней начать смотреть, смотри, какие вещи показывают. Путается много, не торопится, и вот, ну... Это как начинает этим отдавать? Торопится, видимо. Мы на всю броню уже снес. Так. А, не залетает огонь. Заблочено. Парапет защитил. Ну, выстрели, выстрели заранее ракеткой, ну что ж ты делаешь-то? Ну все, отдала. Вот если бы выстрелила, он бы как раз наступил на эту ракету еще, и было бы прекрасно. Хантову ее опять сжигает. Я думаю, что это момент. Игроки об этом не думают. Ну, Андрюх, ну он не с компа, что ты кем? Избалован все. Раньше таких микрофонов не было. Юля, молодец, что отходит, на самом деле, подожгла и добьется его. Молодец. Надо филиться быстро. Ой, не был. Да-да. Убивает. Добить, добить. Отличные ракеты. Прям разметало его на куски. Отлично. Уже у обоих двузначный счет прям. Да-да-да. Это прям такой размен миссию. Прям нормально. Короче, запах двадцатки потихоньку улетучивается. Ну, сомнительно, значит, да. Первая, вторая. Первая. Кто за Юлю болеет? Все за Юлю. Все за Юлю болеют, ты что, блин? Юля! Юля! О, микроним там аж перещит. Хант начал очень агрессивно. И сейчас, возможно, будет таки двадцатки. Если Юля не даст отпор сейчас очень быстро. Сжигай его к чертям на джампане. Ну надо было сжечь просто до конца. Не надо бояться, на джампадах надо учиться прям максимально много урона шафта наносить. Это одно из основных мест применения шафта, мне кажется, в игре. Поражение. Поражение. Чуть-чуть не хватило до двадцатки прям. Чуть-чуть. Нет, ну, по крайней мере, 20 он не взял. Да. Очистка открыта. Не, ну конечно, очень сумбурная встреча была просто. Да, самых первых вообще непонятно, что на первом же файте непонятно, что происходит. Да, самое забавное, что как бы это. Так, что у нас там следующая карта? Раз, раз. Начинается с того, что Хан где-то не видит ее. Как бы уже начинаются секунды потерянной билки. Юля такая: о, ты профукала билку, я тоже давай в стену огонь. Фьюх! Айзен Рейнджер на Инсомнии. Так, ребята, щиты Айзен... за Юлю. Айзен у Юли. Меняем чемпиончиков и поехали. Слабак где 20. Юля, наверное, спала, у нее там руки дрожат, наверное, дышки. Надо сейчас это немножко кровообращение восстановить нормальное. Добавлять москита? Добавлять? Нет, да. Меня могут в любой момент позвать. Я посмотрю с Дискорда. Спасибо. Два мужчины хвастаются, кто лучше сходил в барбершоп. Че?
Ну и у кого дороже стрижка, по-твоему? Да у Айзена, конечно, но волосы хотя бы есть. У него еще и с покраской, тем более, да? Да-да-да. Блин. А этого типа по армейке только бороду оставили зачем-то. Но бороду зато ему там выстригли по-любому. Слушай, прям ровную лысину сделать, это денег стоит, я тебе скажу. А, ну там же еще стенка, бритва вот эту. Ну да, кстати. Да. Чем короче прическа, тем она может быть дороже, как это не парадоксально. Ужас какой творится, а? В стране-то. Да, я последний раз тоже после икса за косарь 200 и такой думаю, может что-то я не так делаю в этой жизни. Вместе и стрижки это исключение, а поэтому я купил себе машинку за 700 рублей. Так, все, смотрим за Юрий, полукиллер прожимаем. Поехали. 3, 2, итак, инсомния, Айзен с Рейнджем. Юрий появляется на удачном резке у Хэви, сразу его забирает Шогу. Предпочитает скинуть пушечку. И в два ствола приходят рейнджера. Но он, пользуясь сферой, меняет положение кардинально. Ой-ой-ой, это ошибочка, что он не залетел. Надо было уходить. Сейчас добьет. Ну кто ж в упор-то с рейлгана? Идите колотить. По рукам ему за такое. Ну, давай, забирай. Хэви забрать надо, просто не успеть ему. У него все летит. Блин, Юльке не везет. Она на шоге резнулась, она заберет сейчас. Да. Там сверху в аптечке резнулась. Так, идет на перерез. Слышит ее Хант. Пополняет стек. Слышит стеки, да? Надо в колонну стрелять, когда слышит, что оппонент падает, чтобы, ну, помешать нанести урон с площади. Так, забирает и идет параллельным путем. Не стой рядом с пушкой, не стой. Ну, как она не попала-то, идите колотить, а он попадает, все, смотри. Погиб сейчас. Не держишь, не пикай. А он внизу у телепорта, она резнулась. И побежала на Ре, она была в телепорт заходить, не могу забирать. Он бы никак сюда не успел забрать. Однако. Да. Вот, он слышит, что она забрала часики наверху и Шогу. Должен понимать. Пользуется преимуществом рейнджера. Только джампится почти на халяву. И дожимает. Боже. Очень агрессивно. Может спокойно успеть на мигу, запас прямо огромный по таймингу. Так, Юля, телепорт. Не смог ее сбить. Плат, а? Сверу надо. Успел скинуть трейл. И завалил. Но сферой решил все-таки забрать. Вот она и пригодилась. Ну да, не зря экономил. Пополняет все время боеприпас, молодец. Получил рейлгана, сокращает дистанцию с помощью рейлджампа, агрессивничает, держит рейл. Нет рейла. Ну да. Ну сейчас и пополнит. Ну в этой карте помним, да, где боеприпас? На он рейл, прямо, конечно, прямо на вот они под Марио! Бах, засадил, молодец, Юрий, нет. Марио, ты тут? Марио. О, Марио должен ответить, где на этой карте по тренингу трибу. Это Гринч не дружеский, это у них турнирная. Это не Марио, это микроним. Ой, микроним, путаешь. Что это вы все путаете? Тихо. Походу, это месть была соленая от Ханта. Ну, аптечку-то почему заигнорил, боже. Вторую заигнорил. Знаешь, на патроны трибов здесь? Офигеть, как она его распинала ракетами. Красиво. Если честно, я не понял, как там столько урона прошло. Вот. Блин, какая же динамичная игра, просто безбашенная. Машет. Не, у них офигенный размен, агрессивно он играет. Даже идет. Ой, чуть-чуть не хватило. Хороший шаг был, да, чуть-чуть. Прям вдуканулся в том момент. 4 прямо не хватило всего шахтинки. 2 секунды, Ханс не успевает, Юля забирает. Отличная подлова ракетой. На, добивай. Молодец, не растерялась.
Так, часики за два пополнить. Слышь, что сверху? Добить, добить, добить! Станцию разорвать и добить, отправить в торгово. Ну давай. Ну он заберет. Ой, он не заберет. А почему ты вверх-то стрельнул ракетку, эту джампад, Юля? Боже, она вот там должна сейчас забирать Мигу. Умрет. Молодец, Юля. Я думал, она погибнет. Нет, я думал, она погибнет, потому что как бы он и на добивание уже все переключился, но ракета подошел близко к краю. Сплэшем получил ракету. Осталось 5 минут. Там такая золотая граница, надо посередине где-то на мостике ходить, чтобы ни от спины сплэшки не прилетело, ни от передней грани. Золотая граница. Да, да. Да, помнишь, как фотографии? Золотое сечение, вот примерно так же. Золотое сечение, да. Немножко не... А фотографии тоже есть золотое сечение? Конечно. Людей, походу. Ну да. Когда фотографии учился, нам прям там жестко зачесывали, что вот так и так. Там по-простому, как правило, 3K практически подводят, но не совсем так. Оно близко, но не то. Разговаривают на умном. Да, на умном. Вторая карта, Ханта пропустила рядом совсем ракета. Хан торопится, но он как раз вот ровно. Карта залетела, нет, по-моему, ракет вообще не будет урона. Ой-ой-ой, фига, он как агрессивно тут с рейла попал. Он опять торопится, прям. То ли 20 хочет сделать. Да, по нему чувствуется, что он хочет еще быстрее. Да, да, но он как раз. Он нормально наловился. Ой-ой-ой-ой. Соточкой размазала его просто. Здесь можно пистолет спускать. Обязательно. Правильно. Хантик, хантик. На 9 хп выживает Хант. Очень часто Юля лоу хп выставляет. Да, он агрессирует много, торопится, видимо, все-таки. Умрет. Сейчас будет Хант. Эй! Юля Сергеевна, извини, но ты быдло. Обнимашки, что ты любишь. Пила это тоже оружие. Нормально, да. Я им умею пользоваться. Я думаю, Ханту понравилось. Тут-то быдло. Я думаю, он улыбнулся, да, как минимум. Я вообще не знаю, что это за мем, поверив в Quake, типа, из-за силу быдло. Чё? Ну, типа, если из-за силу, то быдло. Потому что это дезморалит некоторых очень сильно. Но это уже проблемы тех, кого не морали тогда. Слушай, ну я больше тебе скажу, что я когда в третий квейк играл, у меня на цифру 2 была кнопочка kill. Если ты загоняешь чувака случайно минуса, ты просто не отдаешь ему фраги. Если видишь, что сейчас тебя грохнут, ну зажали даже, да? Кнопочку нажимаешь, сам уничтожаешься, и все, ему фраг не дает. А он в минусе сидит, и его знаешь как это, людей прямо из себя выводит. Блин, не попала ракета. Сейчас тоже можно суисайд сделать, как бы, простите. Ну, возродиться заново можно, короче, вот. И тогда это... Фейл бы ей, а? Не в этом смысле. Не получись бы, отдась бы. Да, здесь был бы не стек, оружие, все, там на 10 секунд может было бы комбекать. Торопится. Да солид. Ой-ой-ой. Молодец. Может еще камбэкнуть, но это прям везение надо жестко. Растерялась аж мушки там. Где он? Я сегодня, по-моему. С Тосом, по-моему, сегодня играл или с кем-то. Ракету кинул, раз чувак улетел в небо. Я такой, где он? Он мне сверху ракетами, давай там посыпать на голову. Красивый призыв. Да.
3 фрага минута. Наверное, возможно, кстати. Прям, правда, если приспам. Да, если сиспов поломится. Не, хан будет сушить сейчас, понимаешь? Ну да, бы... да. Как бы тут такого... Выгони засушить. Эх, Юлька на него разозлится еще за то, что он ей жабу уничтожил. А он забанил ей жабу, да? Ай-яй-яй. И все правильно сделал. Пусть учится в других играть. Да. Молодец, Юля. Молодец. Отменная игра. Распинала его там. Он куда ушел? Ладно, он был добивать. Хорошим счетом, но проиграла. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, нифига еще. Еще, смотри. Ай, ну. Чуть-чуть не хватало, это ничья. Третью карту играю, это ничья была. Да, да, давай третью. Да нет, нет. Юля, мы приняли решение, вторая ничья, играем третью. Да, да. У меня так дрожат руки, хан, блин. Че ты спешил, блин, давал мне столько возможностей. И время как раз 15 минут. Все, беги. С победой тебя, Хантик. Давай, пока-пока, удачи тебе. Юля, ты его офигенно в конце это. В конце вообще. Да. Такие рейлы, два последние четкие, да. Красивенько все было, но контроль, как мы видим, все-таки по айтемам 11-10 у Ханта, у тебя 6-7. Пережрал он тебя, пережрал. Да-да, достойно. Фу, слышно, как да, сердце бьется, да? Да там Десси за тебя переживала. Котенок у нее самая сумбурная хант вообще. Это была такая игра. Самая неадекватная игра, блин. Десси, знаешь, что говорит? Забан жабы на шлюпа нос. Вот, не надо, не надо. Он хороший человек, Десси. Он свой. Ему можно. Десси-то у нас, походу, ведьма. Да не походу. Ой, ребята, Хант, я уже забыла, Corrupted был, но, конечно, мой пик это ужасно. Больше никогда ДК. Фу. Хантик, ты тут? Юля, чем тебе движение на ДК отличается от движения на Айзе? Да вообще она какая-то стрёмная. Она. Фу. Мне гифок страшных не надо, не надо. Так, а, да, еще сказали, что ты мимимишная, но быдло. Кто? А кто с варежки запилил? Ой, ребята, случайно варежка включилась. Времени переключаться не было. Я думаю, запилю. Повезет, запилю. Хантик. А он убежал уже, наверное. Блин, да. Это ну, был супер тут, фраг. Еще тут вроде в канале, но не факт, что на самом деле на связи. Так, я Маше тех ставлю. Маш, прости, у нас тут форс-мажоры с этими отъездами, праздниками, Рождеством, совсем на свете. Но у тебя есть шанс, ты выходишь в нижнюю сетку. Маша какая? Анома. Анома, и я к тебе тоже перехожу по ходу в нижнюю сетку. Да прямо сейчас и пойдем вдвоем, да? По нижней сетке. Ребят, ну вторая карта хороша была, да? Отлично, отлично. Мистер Хант, а я куда перелезаю? А где я? А с кем я играю? Если у меня 2-0, куда я перехожу? Не поняла. О чем? Толян сказал, что Маша все передаст. Вот, а я раунд нижней сетки 6. Я обошла. Короче, Маш, я жду тебя. Надеюсь, сыграем. А нет, так точно сыграем кастомки. Да, она, по-моему, ну, Толик, если я правильно понял, ты про нее писал, что она приболела в температуре? Да, да. Ну что там, в финале нижней сетки ни хрена ты залетела. Раунд нижней сетки там потеребить, а то еще две пары не сыграно, говорит Гринч. А кто там не сыграл? Ну-ка, гляньте, я просто не алё. Так, значит, сегодня будут играть Вервольф с Вивитаной. Они договорились, по-моему... А вы анонсировали вообще нашу игру? Не, зачем? Мы не успевали сделать анонс. Все, тут вообще махом все было. Он, знаете как, он сказал, что мне в 15 минут надо ехать. И ровно до 15 минут уложился. Прям вообще, а я уже, знаете, на Corrupted я хотела написать Хантик. Все, эту сдаю, пошли дальше. Покажите нам следующую карту, это не пошла. Думаю, ну надо же хоть пару фрагов сделать, что я вообще... Посмотрим, что... Морчик,
Есть огромная просьба потормошить Миюгу с Якуби. Блин, там Вали играет, оказывается, бля. Да, ребята, Скаржик, сохраняй стрим и выпусти его. Так, а что, он сразу сейчас как остановлю, опубликуется. А пусть... что, как Москита сыграл? Он сыграл уже? Не знаю. Как это вы не знаете? Нет, он еще не играл, он только что здесь был, он сказал, его позовут в любой момент. Вот да, он ушел, он сейчас будет играть. Есть эта сетка интересная? Ну, надо у Пита посмотреть сейчас, подожди. Да, вот я смотрю, нет, не играл еще он. Скинь сетку, тоже гляну. Я Якубе написал, ждем ответа. Сеточку, да? Я прям... Ребята, это такое... Вы чувствовали этот напряг, а? Так, у Москита сейчас игра. Фу, Валя 1-0 идет, красава. Не то, что ускорилась, ребята, я разыгралась, просто надо было с разыгровкой. Ну ладно, блин, я... Да, то, что ты не разыгралась, видно было, просто было занято, и тут резкая игра такое, конечно. Ну да, вторая карта вообще сразу видно. Так, это... смотрим, там Шат выиграл, короче, Дока, Москита выиграл Сатива, кстати, и ВТФ, который... Баранов выиграл Рахчиса, Энгривася выиграл СТСТЛя, и Альманакс выиграл Квайди, а Вап выиграл Бурика, значит... Бурик проиграл! Ну, в первой, да. И в лузерах, короче, он проиграл уже СТСТЛу. А, Рахчис проиграл? Нифига. А, нет. Кто это проиграл? Подожди, сообразить что-то не могу. Не-не, Бурик в нижней сетке, он будет играть с уточкой. Ну, у Рахчис СТЛ там написано, что Рахчис вышел, то есть 1-0 СТСТЛ выиграл, походу. СТСТЛ откис, видимо, совсем. А сейчас игры Шат с Москита. Ой, надо бы посмотреть. Пойдемте смотреть, ребят. Якуби, кстати, нет интернета, кто-то не пришел встречи, не узнал. Вали играет. Никто, давайте играем уже. С Италия. А? Смотрите, а там давайте, же два стрима. Давайте я сейчас... Пита? Так, подождите. Феникс, ты еще ждешь? А Пит сейчас кого стримит? Посмотри. Смотри, Пит стримит Вали. Все, давайте. Сейчас время уже 21 минута. Рейд отправляю туда. Будем смотреть у себя. А кто стримит? Валечка, победа тебе! Сейчас. А кто стримит еще? Стоун стримит параллельный матч. Сейчас рейд. Играет. Кто играет? Мы уже отыграем микроним. Баранов и Ангривася какой-то. Ребята, дайте мне чуть-чуть. Я не ела